Йоу, гейс, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру под названием Вальфарис. В прошлой серии мы побывали в не в гробнице, а в цитадели, можно ее так назвать. Мы убили какого-то главного офицера нашего отца, который после убийства которого нам дали меч, которым оказывается наш брат, но он еще не рассказал, что же из чего состоит наш брат. Мне интересен меч данный. Ну слушайте. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Мне просто интересен урон. Короче, меч, как я понял, дамажный, но у него слабая пробивная. Так как мы уже... А что ты улучшаешь повышение силы? Нет. Так, ладно, извините, где мой меч? Поехали. Короче, мы будем вначале с вами рубить, потому что мы примерно знаем, где враги будут. Если бы оно еще не фризило, было бы вообще замечательно, мне кажется. Готово. Что за дерьмо? Почему блок не работает вовремя? Пизданус. Да. Давай сразу еще не атакуй. Ладно, зарежу меч. Так,
ладно, будем делать блин, поиначе. А, даже так. Если даже так. Идите в сраку. Ну сейчас, наверное, было громко, но у меня. А, то есть меч у меня еще не сработал. Понимаю.
А, все? А, там обрыв, окей. Я жду, на самом деле, подставу какую-то. Я не знаю, кто там. Либо гигант какой-то. У меня ХП на 1000. Вы понимаете это? Фух, фух, фух. Ни хрена у меня ракеты стали. Чемодан. Ладно, залезу внутрь. Ой, бля, походу да, это финал, ребята. Ну что, мне кажется, только в финале может быть такая херня. Нужно сразу заряжать энергию. Или еще бежать к роботу. Так, окей. В принципе... Я сейчас сделал. Блин, меня на самом деле вымораживает этот парень. Хотя бы можно обманывать и втихаря натыкивать. Блин, на металл. Хотя новому металлу всегда будут все рады. Чем подъем? Теперь понял, в чем пойдет. О!
Епа. И это с самого низа. Ладно. И так сойдет. Так, у нас фул хп. Запоминаем, там один маг. Сразу. Все сделано красиво. Так, дальше. По идее, скорее всего, даже меч будет улучшиться. Не могу ошибаться. Четыре удара. Четыре удара, если... Без пять, да? О, тихо, 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 тихо. Ай-яй-яй-яй. Адская карусель. Ну блин, в принципе, я к ней уже привык. Да, ёлки-палки. Да уж. Это жопа. Так, а теперь мне нужно хп, походу. Как бы то ни было, мне нужно хп. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, а у меня 6, блин, ни одного кристалла не хватает. Ну, этого, камня, да? Металла, металла. Sorry. Ладно, от них хотя бы надо отхилиться.
Давай кидай. Не, слушайте, в принципе, я мог... Вау. Вау. Он меня задел. Я ракетницу использую. О, блин, а поможет, бля. Я даже... Сложно. Мне нужно как-то уничтожить те хери, которые спавнят их. Так, пока что идет все идеально. Главное это все сделать, не злазить. Ай. Опаздываю, опаздываю, опаздываю. Опоздал. Так бы я мог еще сильно ему дать. Так бы я еще мог ему сильно дать. Ну какого черта он прыгнул? Я просто не могу... Сколько? Минут 15, да? Подняться на эту чертову херь. Блин, а какой у нас был еще, помню... Это был не пистолет, который стреляет во все, что движется. Помните, было у нас такое? Да, он типа замещает на место одного удара. Да блядь! Так, ладно, с этим справились.
Окей. Ладно, плевать. Тихо, главное теперь не обосраться. Раз. Тихо. Так, хорошо. Продолжаем ехать. Ух. Тихо. Я не хочу умирать сейчас. Вот сейчас у меня вообще желание нулевое. Да свалишь ты от меня нафиг. Все. Фух. Один используем. Все. Меня это точно не убьет, я запрыгну. Так, ладно, двигаться здесь не могу. Башня собора. Окей. Улучшаем наш меч. Все. На этом мы с вами заканчиваем. Если серия короткая, я присоединюсь. Если нет, увидимся в следующей серии. Всем пока.